Всем привет! Как информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, организацию в третий раз подряд возглавил 71-летний Александр Горшков. Так как Горшков был единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, голосование было открытым. Сообщается, что его кандидатуру единогласно поддержали все участники конференции. Президентские полномочия Горшкова продлятся еще как минимум 4 года. Также на конференции избрали генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России, им стал Александр Коган. Вместо его заместителя займет Галина Голубкова. Ответственным секретарем избран Вячеслав Зайцев. Напомню, Александр Горшков на паре с Людмилой Пахомой стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танце на льду. Инсбрук, 76-й год. Впервые пост президента Федерации фигурного катания на коньках России Горшков занял летом 2010 года. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!